Приветствую вас, господин Гуджилёв. Спасибо. Я еще раз официально, публично хочу поблагодарить вас за ту миссию, которую вы осуществляли последние годы в Беларуси. Я вам абсолютно искренне, без всякой дипломатии, говорю, что, наверное, вы лучший посол Ватикана. Ваша миссия была честной, открытой, принципиальной, порой даже не дипломатической, а общечеловеческой. Вы к некоторым вопросам взаимоотношения Беларуси не только с Ватиканом, но и с другими государствами подходили с интересом Беларуси, нашего народа. И вот за это я вам прежде всего благодарен. Мы немало в вашу бытность сделали в налаживании теснейших контактов с Ватиканом, Папой Римским. И хочу вас заверить, что мы от этой политики не отходим.